Сегодня 8 августа. Соя сорт Prudence. Прямой посев. Предшественник озимая пшеница. Вот так вот. Сеялка Great Plains. Норма где-то 600 тысяч. Ну, сколько здесь сейчас на данный момент, я не знаю. Ну, так выглядит вроде бы неплохо. Все хорошо. Есть места, где сеялка не смогла прорезать солому. Естественно, там участки не такие классные. Но они есть. Все, конечно, местами. Возможно, ну, они здесь встречаются. Вот он участок, где соломки побольше и соя поменьше. Вот. Кусты, конечно, хорошие здесь. Но семена, скорее всего, не получили своей влаги, хотя не могу сказать, что, допустим, почва далеко. Нет, почва недалеко, ну, имею в виду, почва не так глубоко. Вот она, рядом. Она уже пересохла и под соломой. Трещины. Так, влага, конечно, еще какая-то есть. Но не знаю почему, но здесь как раз по соломке как раз и ничего нет. Хуже всего семена, видать, и заделывались. А возможно, что колтер просто прокатывался из-за того, что солома была влажной. Ну и, естественно, семена, они попали, контакта с почвой не было. Контакт был только с соломой. Вот так вот и получилось. А сейчас, конечно, солома уже она разложилась. Так, ну, в целом, если говорить о поле, так вроде бы неплохо, все хорошо. Такое красивое соевое поле. Вечные проблемы на сое, ну, которые обычно ни на что не влияют. Если масса хорошая, конечно. Густая. Даже вот несмотря на такие участки, их здесь достаточно много. Густая. Здесь... Какая здесь история? Горох, озимая пшеница. Также прямой посев был. Сейчас соя.